Всем привет! Сегодня у нас отличный ветер. Ребята уже накатались. А мы опробуем новую МДЭВскую доску Blade 21 года. Девятый размер в голубом цвете. Отлично режется. Сейчас будем пробовать его, как на прыжках работает. Замечательная доска, то что она совсем не брызжет ни в ногу, ни в икру, ни в глаз. И очень хорошо прыгает, да. Прыжочки, как я говорил, 90-95% всех своих прыжков ты увозишь довольный, попу не замочив. У нас в этом сезоне 12 и 9 слингшот Raptor. Вчера я его затестил с гидрофойлом в первый раз, и что я могу сказать? Отличный универсальный кайт с возможностью делать высокие прыжки. Да, он не облегченный, не легкий, как Rally GT и Ghost, но отличный универсальчик, если вы хотите прыгать высоко, кататься на гидрофойле, делать какие-то всевозможные трюки. В общем, Raptor огонь. Свое дело, прямо чувствуется, когда меняешь снаряд скольжения, насколько тот или иной кайтборд ведет себя своеобразно. Поэтому каждая досочка со своим характером.